я попала на масленичные гулянья. Щербинка, 29 февраля. Девчонки, давайте оттуда отходите, опасно там стоять. Что же здесь такого необычного, спросите вы? На масленичной неделе по всей Москве и по всей России гулянья идут. Масленица – долгий и вкусный праздник, издревле любимый на Руси. Вот такая гражданская инициатива. Уже пятый год подряд молодые родители организовывают проводы масленицы для своих маленьких детей. Да и сами от души веселятся на этом празднике. Наряжаются в костюмы, пекут блины, приносят варенье, мед, сметану. Кипятят самовары, самые настоящие, с трубами. Проводят веселые конкурсы и игры вокруг куклы-масленицы. А потом ее сжигают, как и полагается. И все так продумано, так организовано, так дружно и весело, что сердце и душа радуются. Я поняла, но это... А кто это все организовал? Это вот интересно. Сами. А? Сами. Сами? Да. Да вы что, да, девчонки? Слушайте, как интересно, расскажите, это что же вы такое делаете? За... В смысле, нет, но это вот жильцы дома или как? Да, дворов. Дворов? Потрясающе. Вот как красиво, встает, встает. Варю! Варю! А где варит? Девчонки, ну потрясающие же вещи, ну расскажите. Девушки, расскажите, что вы здесь такое делаете. Миша, расскажи. А скажи, что блины? Ну у вас не только блины, вы посмотрите, какое грандиозное мероприятие. Есть у нас главный, он кто? За все отвечает, Олег. А где можно этого Олега найти? Помните мое видео о гражданской инициативе по уборке мусора в Варне? И вот как радостно мне, что оказывается и у нас в России есть люди неравнодушные, которые делают свою жизнь лучше и для своих детей ее украшают.
смотри туда, сейчас будет гореть. Ярче светило весной, гори, гори, ярче.